Дорогие друзья, каратели, вы сегодня празднуем день рождения, 39 лет. С днем рождения, Котя! Все, в кругу семьи, чисто в кругу семьи. Так, вот. подожди, а желание что? Загадать давай. Так, загадываю желание. Давай, надо загадать и задуть. Говорить что, нельзя, что ли? Нет, такое. Ты чего, нельзя, оно уже не сбудется, надо просто загадать и задуть. Да, все. Задувай. Загадал. Давай, задувай. Все, загадал. Но я не загадывал, чтобы меня поздравило правительство Российской Федерации. Владимир, наш премногоуважаемый Владимир Владимирович. Но он все-таки поздравил меня. Здравствуйте, в эфире «Вечерние новости», в студии Елена Винник. Весь мир сегодня отмечает большой праздник. Владимир Путин лично поздравил с днем рождения виновника торжества. Этот день навсегда войдет в историю. В Тайване люди вышли на улицы, чтобы присоединиться к поздравлениям. А в Москве в эти минуты гремит праздничный салют. Тысячи россиян сегодня поздравляют с днем рождения выдающегося человека. Итак, главная новость дня. Сегодня празднует свой день рождения замечательный человек. Владимир Путин сегодня поздравил его, записав видеообращение. Ранее, как сообщает пресс-служба Кремля, глава России также направил поздравительную телеграмму. В ней российский лидер подчеркнул: «В Москве высоко ценят именинника за вклад в развитие всей страны». Теперь кадры, которые наверняка станут историческими. Лидер Китая Си Цзиньпин и глава администрации Тайваня Ма Инцзю пожали друг другу руки. Это первая встреча подобного уровня с тех пор, как Тайвань объявил об отделении за 65 лет. Причиной столь долгожданного рукопожатия стало празднование дня рождения нашего именинника. Стороны собрались за праздничным столом и готовятся выйти на связь с виновником торжества ровно в 22:00 по местному времени. Оба лидера отметили, что эта дата войдет в историю двух стран, а также поблагодарили родителей именинника за то, что они воспитали такого мирового человека. Сразу после этого десятки тысяч жителей Тайваня вышли на улицы с целью выразить свое восхищение виновнику торжества из России, благодаря которому два народа вновь объединились. А в эти самые минуты в столице в честь именинника гремит праздничный салют. Наши зрители в прямом эфире могут наблюдать, как в небо запускают более 3000 фейерверков. Такое грандиозное шоу в честь дня рождения заказала ваша вторая половинка. Теща жене твердит, как ты себе его нашла. Он то ли ядец безработный, сидит на шее. Я и не буду пояснять за брейпи продвижение. Все уважение близких людей и моих братьев. Спасибо от души, где бы я не был на подхвате. Не про меня и не... На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи.